вот мы и подошли к концу нашего личностно-бытийного эксперимента по созданию чисто николаевского меню. Смотрите, вот у нас есть уже результат. Блюдо по-николаевски. Давайте подумаем, вот что, собственно, мы вынесли из этой программы. Как выглядит город Николаев вот в контексте этих блюд. То есть, что мы ели с вами? Что мы готовили с мамой? Что мы с вами готовили? Что мы с вами переживали? Ну вот я смотрю, первым пунктом у нас идет бычок. Все-таки, да, все-таки это первое Николаев. То есть, вот вы все равно считаете, что если бы вам снова пришлось пережить все сначала, вы бы начали именно с бычка? Да, 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 потому что именно вот это и сама рыба, и само блюдо, жареный бычок, это вот полностью вот самое николаевское блюдо, да, как по мне. Глазки мне. Да. Да, 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 да. Вот какую черту николаевской идентичности вот представляет бычок? Выживаемость в любых условиях, в любых там экологических условиях, в любой температуре. То есть, переводя на современный язык, это символ оптимизма. Это часть культурного кода николаевца. Это часть ДНК каждого жителя нашего города. Понимаете? Что вы говорите? Бычок – это первая рыба, которую видит юный николаевец, когда ступает босыми ногами в мутные воды лимана в районе яхт-клуба. И это оказывает огромное влияние на всю жизнь ребенка. Ну и, конечно, бычка. Ну, конечно, да. Бычок – это первая рыба, которую может поймать юный рыбак на палку, которую он называет удочкой. И это повышает самооценку. Кого? Обоих. И рыбака, и рыбы. Икра из синеньких. Это единственное, кстати, вот блюдо в нашем меню, которое слово, которое употреблено в таком ласкательно-уменьшительном. Да-да, мы с вами говорили об этом. Да-да, ну и? Ну, вот эта острота жизни, вот этот вот острый вкус. Да, такой немножко чесночный. И чесночный, и перцовый такой вот. Да, то есть... То есть наша идентичность, в общем-то, достаточно острая. Народ достаточно такой язвительный. Вот, а давайте посмотрим, вот, может быть, какие-то есть такие подходы чисто научные, да, вот классификация. Вот есть напитки, вот смотрите, вот. У нас два напитка. Как два? У нас три напитка. Значит, компот, у нас есть пиво, ну да. Пиво не просто, конечно, с прицепом, со снеками, и есть хреновуха. 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 Вот хреновуха, как вы думаете? Вот, вот кажется, так вот ретроспективно, да, что? Что такое хреновуха? Мне кажется, это крепость. Крепость в смысле? Крепость в смысле того, что Николаев как город строился, начиная с крепости, с крепостной стены. Ну и это, конечно, крепость наших людей. То есть, что бы с Николаевым ни делали, николаевцы упорно продолжают здесь жить. Да, но мне кажется, что и не только вот именно в смысле крепость, а еще и какой-то необычный взгляд на вещи. Трезвый, да. Я бы сказал, очень трезвый взгляд на вещи. Но в то же время замутненный. Да. Да, потому что хреновуха, это она сама себе. Вот магический кристалл, через этот кристалл ой-ой-ой, что можно. Мне кажется, что вот хреновуха как раз это та ось, вокруг которой может вращаться вообще тема обеда. Я думаю, что вообще все меню. Потому что если ты начинаешь с хреновухи, пошел к икре, а потом опять хреновуха, потом... Борщ, опять хреновуха. Да, потом опять хреновуха. То ты доходишь до сладкого уже полностью таким... Если можешь. Укрепленным. Если можешь. Да. Да, вот смотрите, а вот другие напитки, да? Ну-ка, напитки, ну вот пиво. Пиво. Да. Пиво, ну мы же рассматривали это пиво, безусловно, пиво, это не в Николаеве родилось, пиво это все равно чисто николаевский продукт для николаевцев. Он сделан на нашей местной воде. Он по нашей местной хорошей погоде полгода мы можем пить его на улице, полгода можем пить его в помещениях, но мы его пьем круглый год. Да, на улице, в нашей погоде. Ну и наши снеки, конечно же. Да, мне кажется, что здесь как-то даже вот пиво и снеки, мне кажется, что это такая борьба двух разных знаков идентификационных, да, потому что пиво, ну, конечно, это для меня это очень дружественный напиток. А вот снеки, это такое что-то очень, вот именно те, о которых мы говорили, такое земное
А мне кажется, что вот это еще и вторая борьба. Это борьба жидкого с твердым. Борьба такого размягчающего, как пиво, да? С таким острым и соленым, как семечки. И рассыпчатым. Да, и рассыпчатым. И рассыпчатым, такое... как наша жизнь, да? Вот. Ну и, конечно, третий напиток – это наш чудесный компот. Потому что я считаю, что вот это прорывное блюдо было. Это солнце. Да, ну для меня прорывным в этом было, знаете что? Вот именно само правило. Правило компота. Правило компота. Ирландского. Ирландского. Или николаевского, понимаете? Когда мы бросаем туда все. Все. И все живет. Знаете, есть еще один смысл в правиле компота. Какой? Это напиток настоящих философов, эпикурейцев, людей, которые умеют ценить жизнь и наблюдать за ней. Интересно. Да, но только для этого нужно найти правильную крышу. Вот, может быть, как вот в этом ресторане Sky House. Взять с собой компот. Так, подходящего собеседника. Конечно. И избрать правильную точку зрения. Такая немножко сверху вниз. Да. С высоты растущего яблока. Да, теперь я понимаю, какие глубокие корни имеет хреновуха в городе Николаев. Конечно, однозначно. Слушайте, а есть ли какой-нибудь такой типично николаевский тост? Ну, даже не знаю, я задумался. Ну, будьмо? Нет, нет. Тогда поехали. Ну, это как-то по-космонавтски. Ну, так это просто, да, за здоровье. А какое здоровье с такими напитками? Я вот думаю, если город пролетарский, то и тост должен быть соответствующим. За работу. За работу. Что же еще у нас осталось? Ну вот горячее, ну вот основное первое, да? Как говорят, первое. Первое, да, да. Принесите мне первое. Николаевский борщ. Борщ, да. Борщ. Да. Это вкусно, это горячо. Во-первых, борщ надо есть горячим. И вот наша жизнь, она все время такой на острие, такой горячей борьбы. И вот мы боремся с желанием остудить и в то же время желанием попробовать это горячее. Вот эта вот грань. А вы знаете, что меня больше всего поразило вот в этой передаче, когда мы работали? Что? Это размер кастрюли. Конечно, больше надо варить в огромной кастрюле. 6 литров, да, и инструкция, 12 часов настаивается. Борщ, конечно, борщ вкусный завтра. Потом заменяет первое, второе, ну, нет, компот, нет, нет, компот нельзя заменить, нельзя, конечно. Да, то есть это такая... Чем больше стоит борщ, я бы сказал, такой стоит... конкретный практицизм. Сталкивался с тем, что некоторые хозяйки даже не могут вспомнить, как они это все делают. Да, то есть вот кидают, как им Бог на душу положит. Да, и неужели это не разрушает сущность николаевского борща? Ни в коем случае. Если они настроились на позитивный момент, если они думают о нашем прекрасном городе, никакая последовательность ни на что не повлияет. Плюс всегда они готовят с душой, ведь готовят они для своего любимого мужа, парня или там помогают родителям. Поэтому тут в этом вся суть приготовления этого прекрасного первого блюда. Должен сознаться, что повар я никакой. Да, то есть вот мы рубали в этот перец там, ну, такими большими, хорошими, острыми ножами, все это туда, и перцы у нас варились совершенно неправильно, потому что вы, конечно, много потеряли, а потом, когда Андрей, собравшийся о овощи, да, то есть он сделал из них такой чудесный... Гарнир? Ну, я не знаю, что это было, он сверху это все посыпал, и когда вынес, и в лучах николаевского солнца это пылало, как гора изумруда. Вы знаете, сегодняшняя наша встреча и вот этот весь процесс приготовления перца, спасибо большое, сейчас, полностью изменили мое сознание. Знаете, я подумал, что, наверное, город Николаев – это тоже такой вот сильный-сильный перец. Но не хватает немножко красоты. Как бы город стилизовать? Как? Читайте кулинарные книги, мне все давно написано. А мне вот, кстати, вот я не видел, как вы варили перцы. Ну, я в жизни видел, как вы. Вы больше никогда в жизни не увидите, как я варю перцы. Я видел, как варят перцы, мне это напоминает николаевские пляжи.
Это знаете, как? Вот это вот такая. То есть бомбардир, и там бычки, и там плавают такие люди, плавают такие разморенные, жареные люди плавают. Или на бычком, да, или на икру. Плавают такой мутной водички в красной. Вот это не классно. Они перед этим приняли хреновухи, поели борща, потом хреновухи, а потом нырнули в лиман. Потому что купаться на сытный, на полный желудок, это вот по-николаевски. Вот надо обязательно поесть перед тем, как идти купаться. Мне кажется, что если мы думаем о будущем, составляем меню на века, обращенное потомкам. Кстати, у вас там в паровозике не осталось места? Мы можем это... Меню приклеить? Не туда, заложить в потомкам. Вот это ели создатели передач. Мы уже заварили. Ели и готовили создатели передачи. Все тайные места мы уже заварили. Можно только приклеить снаружи или сделать ресторан, например, по-николаевски. Ну, это, конечно. Это вот как раз сродни салату. Да. Это будущее. Это будущее. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы не очень далекое, да? Вот я думаю, что в этом перечне все-таки у нас все есть. И даже какое-то непонятное, загадочное. Да. Ну, смотрите, их было 9. Да. И здесь мы видим подсказку. Ну, конечно, без 10. Десерта, да. А что же там написано, 10-е? Давайте почитаем. 4 буквы. 4? 4 буквы. Торт-ты-ты. Торт. 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 То есть мы завершаем наше николаевское меню. Это такая кода. Тортом по-николаевски. Тортом по-николаевски. Да. Который нам любезно согласился приготовить наш гениальный повар. А вот и торт. Он почти готов. Тут не хватает несколько штрихов. И чтобы эти штрихи нанести, мы, конечно же, да, позвали там сюда Андрея, который этот торт и приготовил, нашего гениального повара, а также Олега Бубко, который заправляет этим чудесным местом, которое называется Sky House. Андрей, скажите, пожалуйста, а вот этот торт, он действительно похож на город Николаев? Из чего он сделан? Он совмещает в себе прекрасные медовые коржи и нежнейший сметанный крем, который взбивали и готовили мы на нашей кухне. Чудесно. Ну, мне кажется, мы можем приступить к тому самому последнему шагу, к той коде, которую мы запланировали, да, в нашей передаче, и кое-что написать. Ну что, друзья, вот меню, вот торт, вот благодарные жители, вот прекрасный город, который мы все любим. Это самый лучший город на земле. Мы благодарны Господу Богу и людям, что мы живем в этом прекрасном городе. Хотим, чтобы он процветал, жил жизнью и радовал нас, как мы его. В добрый путь!